Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам рассказать о своем стеллаже с данными комнатными растениями. Стеллаж покупала чисто для комнатных растений. Погнали! Начнем обзор с первой полочки моего стеллажа. В таком вот горшке у меня он стоит. Их две штучки. Сейчас покажу и второй. Так сказать, одному больше 2 лет, а второй вот молодой с цветком. С патифилом «Женское счастье». Я, если честно, хотела макси-листик, а получился, как вы видите, мини. Достаточно такие листья. Ну, подсыхают, конечно, на кончиках, ну, то такое дело. Цветут редко, но метко. Вот с патифилом, он у меня уже постарше, ему 2 года, видите, он уже ввысь пошел. Не знаю, чисто такая зеленуха, не вредная, главное поливать вовремя. Вот. Второе это... Милка, что ты делаешь? Второе растение это эпипремнум. Он у меня варигатный. Я просто люблю варигатность. Вы посмотрите, какая она красивая. Как много точек роста. Кайф. Такой вот красивый. Тут палочка так чисто для красоты. Проверять влажность. Ну и, конечно же, моя чудесная калатея. Калатея, которая у меня была уже до, но она умерла. В принципе, попыталась купить еще одну, посмотреть, выживет ли это у меня. Но она прекрасная, леопардина. Милочка, ты уже тут? А Милочка вон тут. Да, Милочка? Калатея леопардина, чудесный кустик. Поставим обратно свои растения. Драцена. Торнадо, не знаю название точно, лимон спрайс может быть. Ну вот такая вот красивейшая драцена. Таким кустиком, она у меня уже где-то 4 месяца, все с ней нормально. Главное удобрять, поливать. Продолжим обзор. Наш чудесный обзор, надеюсь, вам это очень нравится. Хоя. Уже купила цветущим. Такой вот суккулентик, редко поливаю, уже цветоносы, уже все вянут. Уже, так сказать, пора закончилась. Красивый такой, сочный, твердый. Все, что любим. Традисканция у меня такая вот с фиолетовым отливом. Это она у меня уже выросла. Я ее покупала вот таким вот. Ой, даже не знаю, что с ней делать. Либо подпорки ей делать, чтобы она красиво росла. 2 таких стручка. Вот такая симпатичная, любит воздух. Свежий воздух. На балкон ее срочно. Дальше суккулентик пеперомия. Как-то она у меня то вянет, то не вянет. Это ее цветоносы. Пеперомия. Такая вот симпатюлечка. Ну, не мой цветок прям, чтоб я кисла, сохла по нему. Но пусть будет. Это у меня новинка. Я ее так и не выучила, как называется. Иногда, кстати, опадают листья. Такая вот, не сильно легкая в уходе. Но достаточно красивая, да, такая необычная. Забыла, как называется. Ну, посмотрим. Да-да, нет-нет. Не расстроимся, так сказать. Ну, а это же, конечно же, просто первое такое вот ампельное растение у меня на стеллаже. Снежное, красивое. Ну, оно разрастается большими размерами, но мне нравится, как оно смотрится на моем стеллаже. Даже если так ставишь, кошка любит играться. Оно просто белое, белый отлив, красивые такие, даже не знаю, как показать. В общем, не вредные, красивый горшочек купила для него, квадратный. Также тут у меня сансеверия, как поняла, она не будет длинная, она будет такая вот мини. Ну, пытаемся, смотрим, вроде чуть выросла на сантиметра 2, красивая, симпатичная. Филодендрон Биркин заказывали такого пана. Вы смотрите, он у меня уже где-то 1,5 года. Листики раскрутил. Это новый листик, но он почему-то без белых прожилочек. Он любит солнце. Солнце даем, но он вредина. Такой сочный, красивый. То, что мы любим. Аглаонема Мари или какая-либо еще, я не знаю. Они у меня и болели, и цвели. И болели, и цвели все одновременно. Вот такая вот. Я смотрю, она не болеет, слава богу. Красивая. Хочу, чтобы была огромным кустом. Поливать надо не сильно часто и не заливать. Очень тяжелая выходит.
Эпипремом я отсадила его. Хорошо так пошел в рост. У него вообще большие листы, как вы видите. Плетется, мне нравится, что в эту сторону пошел. Тут как бы черенканули пенечек и пошло. В общем, вот это листики новые, этот старый, обгрызыш какой-то. Мне нравится, непривередливо, легко размножается. Что у нас по ампельным? Еще одна красотка, эпипремнум, синдапсус. Ну, в общем, он вот такой вот в максе. У меня есть еще мини, но тут я поставила макси, он тоже плетется. Достаточно так. Слабовато, но это новый листик. Вот два новых листика я купила в эпицентре. Растет, красивый. Будем ждать, когда он станет огромным таким. Еще одна папиромия. Выгорела мне на солнце. Не любит она загорать. Она тенелюбивое растение. Вот тут вот у нее новые листики лезут. Задняя часть листа должна быть красная, но она у меня выгорела и уже не такая сочная, ярко-красная. Посмотрим, как будет расти, но такое. Пеперомия это не мое. А вот малышка новинка. Только ее пересадила. Смотрим, приживется, нет. Такая вот красивая, но такая, не знаю, быстро вянет. Хотя вот новый листик пошел. Ну, посмотрим. Ну, так эффектно выглядит. Розовое, все, что я люблю. Она никак не сдохнет, не додохнет, не уйдет на покой. Цикламен. Ну вот, пожалуйста, я обрезала листы. Лезут новые, но как-то все, да, походу пора ему на покой. Цикламен красивый, красный, цвел 2 года подряд, но что-то он не хочет уходить на покой. А пора бы уже. В общем, стеллаж у меня достаточно яркий, насыщенный, недополненный еще, все в процессе. Еще все маленькое, красивое стремится вырасти, поэтому, если тебе понравился мой обзор моего стеллажа, тут, конечно, ногу можно сломать, просто настолько разные-разные растения, и уличные, и комнатные, цветущие, и кактусы. Если тебе понравился мой обзор, буду рада, если поставишь лайк и напишешь, что у тебя есть с данных растений, как и у меня, и что у тебя выжило, а что умирает. Может, кто-то увидел, что у меня какое-то растение болеет, я буду рада услышать ваши комментарии. Мое первое видео с почином меня. Конечно же, нужно подписаться на канал, поставить лайк и ждать нового видео.